очень рады, что мы победили нашу павлинскую жертву, которая обитаема с давних времен. Когда-то ее населяли и космических имен. Поэтому языковеды считают, что все-таки название «талган» финского происхождения, «талоган» хозяйственный, «талоган» если ее значение изменить, «талдом» получается. Первое упоминание о «талге» мы знаем в 1677 году, 1777 год. Это первое упоминание. Небольшая деревушка, 7 дворов, 38 душ мужского пола. Женщин тогда не учили. В 1680 году строится Селома был до 1918 года. 1918 года. Это уже город Металлом Оленинск. В 29 году происходит реанирование. В Московской области оказывается два Ленинских района. И поэтому нам возвращают наши страны. Но некоторое время, где-то около 4 месяцев, мы даже называли Сапковском. Улица центральная, Сапцовск. У нас был расстрелян год революции революционер Сапцов. И вот сейчас на улице, вот, которая есть, она называется Сапцов. Назвать ее город Сапцов, но... Да, ну постановление, как бы вышло постановление в ЦИК, но потом они отменили постановление сразу через 2 месяца, но наши колдомчане еще не знали об этом, они называли себя Сапцовском. До марта 31 года. Если вы пройдете, значит, деревня село превращается, село, но земли были церковными, принадлежали архиепископу Симеону. Но во времена правления Екатерины началось раздаривание земель, много очень отдавалось и церковным владельцам, в общем, церкви, духовенство в большей степени. И Екатерина, опасаясь влияния духовенства, она забирает наши земли казну. И как бы происходит некий роспись села. Значит, земли становятся казенными, и тем самым и крестьяне становятся казенными, то есть государственными. Но было преимущество в том, что они могли заниматься разными видами деятельности. И это, наверное, было начало того, что у нас очень хорошо гнезда были развиты. Тогда, здесь постепенно стало развиваться всего, и гнезда, самый распространенный промысел, это башмачный наш промысел. Произошел большой пожар, практически горели все село, в том числе деревянные церкви. Нужно было строить новое, но на время строительства вот неподалеку от Талдома, церковь деревянную старую, Николай Федотов. И если я взял с обращением, Арсению строить новую церковь. Они не предполагали, что будет строиться каменная, но он ответил так: не подобает Талдому быть деревянной церкви, нужно строить каменную. Началось строительство каменной церкви. В 1808 году было уже освящение самой церкви, Михаила Архангела и двух ее пределов. Вот Николая Чудотворца, так как была оттуда принесена церковь деревянная, а еще Ильи Пророка. Почему Ильи Пророка? Есть такая версия, что неподалеку от Талдома тоже есть у нас единый погост был такой. И оттуда якобы привезли большую храмовую икону Ильи Пророка. И вторым пределом стало, значит, у нас предел Ильи Пророка. И его отец построил вот эти здания. Эти данные здания у нас сейчас разрушены. Каким оно было. А что конкретно здесь будет, мы еще не знаем. Вот. А это здание, которое туда положено, и там Смирнов, он еще дачу тут построил, у нас есть первый Смирновские дачи. И Смирнов, конечно, тоже очень большую лепту внес. А? Нет. Вот это местный Смирнов, купец,
В общем-то, известны они были до 18-го года. В 18-м году у нас собрали в подвале одного из. И вот я, как уже говорила, одному Дмитрию Ивановичу дали возможность уйти. А там уже как они потом выбирались, об этом история молчит. Но во всяком случае, еще там вот сейчас мы увидим здание третьего брата Машатина. Дети, которые перевозили, не могут было, да. Они покинули свой дом, и мы прошли, да, старались не рассказывать о своей жизни, о жизни своих, значит, дедов, прадедов, потому что это было чревато. И даже вот уже в наше время, вот в 90-е годы, я обращалась, значит, за какой-то информацией. Еще было здание, оно было разрушено, и вот она, ну, как бы очень неохотно рассказывала о тех годах. Это были очень тяжелые, это были просто страшные годы, потому что, видимо, они, да, они испытали большие трудности в то время. Ну, до этого, конечно, открывались, мы имели возможность. Вот та улица, посмотрите, сейчас это улица Победы, она идет в микрорайоне, там у нас первоначально она была Сиротской улицей, здесь был, значит, Сиротский дом, потом ее назвали кооперативную, стали развиваться, значит, начало развиваться строительство улиц, там параллельно вот улицы, а сейчас это площадь, как бы, вернее, это улица, соединяющая площадь с микрорайоном, а сейчас мы пойдем посмотрим с вами. Ну, как бы радостное событие произошло у нас 6 августа. Поставили в нашем городе памятник Михаилу Ивановичу Петровичу Дрину. 6 августа. Вот сейчас мы с вами посмотрим. Правда, еще там они облагородили само это вот следующее здание. И это. Когда-то здесь был у нас банк. А сейчас вот мировой судья здесь сидит. Тоже вот такой вот. Замечательные здания, конечно, жалко, что они потихонечку разрушаются. Ну, даже если их реставрируют, то уже никто не увидит, как они мои показывают. Вот эта Калядинская улица, она была. Если, на улице еще я вам расскажу, на улице Победы, там стоит у нас здание, в музее вы увидите фотографию. Там Министерское училище двухклассное, 6-годичным обучением. Оно было построено на средства московского главы Михаила Королева. Когда-то он жил в деревне Горки, и благодаря своему такому природному уму и приимчивости, он уехал, не имея образования, уехал в Москву и стал московским головой. И даже он был представлен царю, его семья, жена и он сам. И когда царь спросил его фамилию, то он в старом значении подумал, что это про его семью, он сказал ничего, что он жил и как-то жена прикарнула. Он говорит, ну, желаю ему здоровья, он сразу не смог царю, и потом он говорит. И было много сделано, значит, картин написано по поводу этого события. И потом эти картины долгое время висели вот в этом здании Министерского училища. Его уже, конечно, построили после смерти Михаила, его внучка и дочь. Дочь была безграмотной, но очень хорошо владела русским языком и своим детям дала прекрасное образование. И вот они были попечителями и этого, значит, училища. И школу они построили в Горках. Это место рождения самого Михаила Королева. Вот. К сожалению, не к сожалению, может быть, но мы надеемся, что не разрушит это здание. Но оно деревянное и уже как бы в таком не очень хорошем состоянии. А? Нет, туда вот, вот здесь отсюда не видно, вы увидите в музее. Вот я вам это внимание обращу. Николай II приезжал, да? Да, туда вот в Москву.
И это вот событие, как бы, это в их семье было, конечно, знаменательным. Не более человек, который вообще был без образования. Вот такие люди в нашей школе, они владельцы нашего дома. Это тоже не специальный вопрос. Это Заря. Мемориальная доска Савакееву, нашему редактору очень известному, который большую долю внес в организацию музея Салтыкова Щедрина. И вот он как раз занимался возвращением из небытия Дины Дины Галицыной. Вот, он даже стихи по этому поводу написал. Жила свою короткую жизнь. Не находится это здание. Нет, но это все-таки. Там деревянная застройка, даже один дом есть, но он далеко туда идти, мы просто не знаем. Там даже стировка 904 год. Да, вот характерная для Талдома застройка, вот эти вот коньки наверху, да. Есть солярными знаками, вот там дальше уже ближе к железной дороге. Очень мало осталось этих домов, но то, что осталось, конечно, красавица. Да, даже современные дома, которые строят у нас в микрорайоне Зеленого, они как бы тоже стараются их как-то приблизить к тому стилю, какой должен быть. И только сами не на берега, а на приемнике дома строить. Очень приятно, но и духовно. Она поддерживала его во всем. И они вместе работали, они работали с утра до ночи. Они объездили многие города России, практически такие самые крупные. И объездили, и за границей побывали, и нашли способы, как это разбогатеть. Вот. И потом у них рождаются две девочки. Одна девочка умирает, но следом за ней рождается другая. И два больных мальчика. Старшая дочь Зинаида, она была в первом браке за военным. Потом у нее от первого брака рождается дочь Надежда. Потом она выходит замуж за рестлера. Он был инженер, но еще и оперный певец, к тому же. Этот человек очень просто, я не знаю, он выручил эту семью, он помог им после революции. Он, конечно, большую внес лепту в жизнь этой семьи. И когда, значит, до революции, я как уже говорила, он тоже состоял в сельском купеческом обществе. Он был купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, вообще удивительный человек, удивительной доброты человек. Его называли Дмитрий Иванович Красное Солнышко. И даже когда были моменты, ну, купцы они то поднимались, то у них были такие моменты, что они потеряли все. И вот в этот тяжелый момент, когда ему давали и долг, и безвозмездно, он, конечно, все это принимал, но в конце концов, встав на ноги, он возвращал и те деньги, которые давали ему безвозмездно, и долги. И даже они в московских газетах писали, что есть в Талдоме такой купец чести, Дмитрий Иванович Волков. Действительно, был человек, который не роптал на судьбу, судьба его была очень тяжелой, встав на ноги, имея такой дом, детей. У старшей дочери было три девочки, значит, Надежда, Лидия и Мария. А вот ее младшая сестра, она практически по возрасту подходила ее, значит, детям. Поэтому, когда они оказались в Москве, она стала как бы ее четвертым ребенком. Сама Мария Дмитриевна Волкова, она до 6-летнего возраста здесь жила, потом ее отдали в пансион Арсеньевой, значит, в Москву. Она на Причистенке училась, ну, в каникулы и выходные она приезжала сюда. И когда в 18 году эта семья была изгнана из Талдома, то она вместе со своим отцом стала работать в Кожевенном комитете. Она исполняла роль, значит, секретарши. Она была еще несовершеннолетней, но когда она достигла совершеннолетия, она увлеклась верховой ездой, как и ее мать. У них здесь была конюшня, была лошадь Каштан, мать очень хорошо владела верховой ездой. И она стала заниматься и еще стрельбой.
И вы знаете, она была в этом обществе, «Динамо» состояла членом этого общества. Она прекрасно стреляла и обучала даже красноармейцев стрельбе. Удивительная женщина. Представляете, вот она, днем она обучает красноармейцев, вечером она идет на бал. И вот здесь карточки, это очередность этих партнеров. На танец записывалась вот эти карточки. Были балы. Вот она на мне, знаете, мне посчастливилось встретиться с этой удивительной женщиной. Она умерла на рубеже веков, в 2000 году. А около, наверное, 5 лет я была с ней, в общем-то, в контакте. И она ратовала за то, чтобы вот именно в этом доме был музей, ничто иное. И даже она говорила: я вновь обрела дом. Женщина высокой культуры, интеллигентная, и так случилось, что она сломала шейку бедра и не имела возможности передвигаться, но не потеряла возможность общения. Она писала заметки в газет, писала стихи, и после смерти, вернее, еще во время жизни она сделала завещание нашему музею, и после смерти мы получили в дар много предметов мебели, в том числе вот этот шкаф, стол, за которым работал Дмитрий Иванович Волков. И так судьба распорядилась, что никто из их семьи не остался в живых. Последней умерла ее племянница Лидия, которая жила в Киеве. Ее муж, известный художник Дерогус, Михаил Дерогус. У старшей дочери, которую усыновил вот, рестлер, второй муж Нади, вернее, Надя, а Зинаида, у нее был муж, тоже известный художник, Лебедев-Шуйский, может быть, кто-то слышал, видел, тоже московский художник. Все они получили музыкальное образование. Они, кто-то в школе, это значит, на училище Гнесиных закончил, или просто курсы, значит, Гнесиных. Сама Дма Дмитриевна прекрасно играла на фортепиано, и музыкальные инструменты она тоже передала нашему музею, на втором этаже стоит. Вот, семья, вот муж у нее был, но он умер, вернее, погиб. Он был в Лютянских лесах, был партизаном и погиб. Она потом уже после войны ездила туда и, в общем-то, посещала могилу своего мужа. А вот, как я сказала, почему рестлер оказал большую помощь, они, когда приехали в Москву, не имея ничего, в общем-то, сам Дмитрий Иванович в домашнем халате убежал отсюда. И рестлер вот помог им получить комнату в коммуналке. С одной стороны, конечно, это было жилье, а с другой стороны, вот эти вот соседи, они очень третировали эту вот жену Марию Игнатьевну, она не вынесла вот этих вот гонений на ее, значит, происхождение. И последней каплей было то, что ее уличили в краже коробка спичек. И у нее происходит кровоизлияние в мозг, она умирает, следом за ней умирают два больных мальчика. А они, Мария Дмитриевна и ее берет старшая сестра Зинаида, ну, естественно, рядом жил отец. Вот. И когда она вышла замуж, то они втроем жили. Вот Дмитрий Иванович, Мария Дмитриевна и ее муж вот до войны, до 41-го года. В 41-м году он тоже оказывает помощь в Москве. Он был председателем группы защиты, сам Дмитрий Иванович. И в 41-м году он умирает. Потому что действительно тяжело. Если о нем рассказывать, это очень большая история, это столько времени займет, потому что очень интересная жизнь этой семьи. И такие люди, они вот воспоминания вот этой младшей дочери, две пары в неделю. Остальная, ну, в общем, те, как башмачки были повсеместно, даже были такие, которые шили липовые обувь и говорили: от пятницы до субботы носи, если охота. Это значит, говорило о том, что их можно было за один день, и они развалятся. Но эти волчки, они, вот, как пишет Пришвин, они трудились, конечно, от чистого сердца. И вот обратите внимание на эту обувь. Это гудецкие гусарики. Однажды мимо деревни проехали гусары. Башмачники, увидев вот эту вот, значит, форму их, их мундирование, вот эти ментики со множеством застежек, в общем-то, очень, как сказать, они, ну, привлекла их это. Привлекли эти мундиры, и они решили изобрести такую обувь. Вот взяли детскую обувь, гусарики назвали. Видите, со множеством тоже пуговичек. И даже мастера, которые шили эту обувь, назывались гусарочниками. Вот. И каблуки шили люди, не те, которые
шили обувь основную. Это были каблучники. Каблуки делали каблучники. И когда они назначали свою цену за изготовление каблуков, то чаще всего вот начинали, не устраивала их плата, и начинали выкаблучиваться, как говорят. Якобы это вот выражение пошло оттуда, как раз из башмачного промысла. Мальчиков, как я уже сказала, башмачному ремеслу учили, подмастерье отдавали, а девочек обучали скорняжному ремеслу. И вот скорняжная машина перед вами, и чаще всего, когда сватался парень, то он обращал внимание на то, скорнячка ли она, или это, вернее, заготовщица, не скорнячная, извините, заготовочному мастерству. Заготовку надо было делать, это самое, в основном ее делали женщины. Да, это заготовочная машина. И это было, конечно, очень удобно, когда и жена, и муж занимались одним делом. Вот оно, министерское училище, двухклассное, шестигодичное обучение. Смотрите, вот я вам рассказывала о нем, Королева. В течение небольшого времени, когда поняла, что головки очень-то на нее смотрят косо и не видят в ней будущей хозяйки, то она действительно стала настоящей, поистине настоящей хозяйкой. Характер у нее был твердый, и она все взяла в свои руки. И уже первый раз летела с ее уст слово «девка». И она начала поднимать хозяйство. Она в течение нескольких лет она увеличила доход усадьбы в 10 раз. У нее были и еще две усадьбы. У нее она и оранжереи развела, и большое-большое хозяйство. Мишу она очень любила. И он до 10-летнего возраста был в посуде, а потом учился в Московском дворянском институте. Отучившись там, он стал одним из лучших учеников и был направлен на обучение в Царский сельский лицей в Петербурге. Вот, по окончанию лицея он еще служил некоторое время, потом написал произведение «Противоречие» и тем самым сделал приговор себе. Его отсылают в «Девятку», но и другого произведения. После него вышел замечательное произведение «Губенские очерки». Последним его произведением было это «Пешехонская старина», как бы можно сказать, автобиографическое произведение, хотя он просил не трактовать его как автобиографическое. 25-й год назвал наш край «Журавлиной родиной». Он обходил все уголочки нашей Талдинской земли и описал нашу речку Дубну так, как ни один писатель, даже писал Кустовский. Все были на Дубне, но так, как Пришвин, не смогли описать ее. И он и за журавлями, и за башмачниками наблюдал, ходил всегда с фотоаппаратом лейкой и оставил, конечно, след в литературе. Он написал «Башмаки» о башмачниках в произведении, он написал «Журавлиная родина», «В краю непуганных птиц». Это все это впечатление о проведенном времени на Талдинской земле. Не зря мы помним это имя, и даже улица в нашем городе названа его именем. А вот именем. На этих фото кто, скажите, пожалуйста? Так, это фото здесь, это его семья, вот сам Клычков с левой стороны, вот, и его друг рядом. То есть это не Пришвин? Нет, он Пришвин вот здесь, вот он Пришвин здесь. Это Романов, я вам говорила, гусарочник Романов, это друг Пришвина. Они вместе тоже ходили по лесам, они ходили за водорослью Кладофора. Обратите внимание, это водоросль Кладофора, реликт до ледникового периода. Она водилась только в самых чистых водоемах. Найдена она была в озере Заболотское, Тверской области. Вот Пришвин вместе вот с Осенком Евгением Никитиным ездили в экспедицию и перевезли вот эту. Она была такая, конечно, когда она была живой, она была перламутрового цвета и плавала на поверхности воды. Вот это круглая? Вот это круглая, да. Водоросль? Это водоросль, да. Вот водоросль – это водофора. Это круглая, это круглая. Я тоже какие-то камни. А это наши местные писатели. Это Ажай, всем известный, своим произведением «Далеко от Москвы». Это Вера Щербакова, наша местная писательница. И Сьотов. Он не жил в Талдине, но очень любил Талдинскую землю. И последние годы жизни провел на Талдинской земле.